А Твери отзывы противоречивые. Кому-то она нравится очень, кто-то считает ее серой и неинтересной. Сейчас же можно сказать, что это один из самых красивых городов в России. Конечно, многое нуждается в реставрации или хотя бы косметическом ремонте, но то, что уже сделано, вызывает восторг. Просто путешественники делают огромную ошибку, когда в Твери идут смотреть только набережную Волги, игнорируя другие улицы города. Но обо всем по порядку. Трёхсвятская улица была заложена генеральным планом в 1763 году, после того, как весь центр города уничтожил колоссальный пожар. Улица была названа в честь одноименного монастыря, на месте которого сейчас расположен дворец детей и молодежи. В 1919 году она была переименована в улицу Урицкого в честь революционера Урицкого. В 1992 году ей вернули первоисходное название. Сейчас Трёхсвятская улица – одна из самых нарядных улиц города. Второй Арбат – так и называют все приезжие туристы. Здесь можно встретить как и уличных художников, которые пишут пейзажи, так и великолепную архитектуру и уличных музыкантов. Гуляя по Трёхсвятской улице, нужно не забыть завернуть на бульвар Радищева. Здесь после войны была полностью перестроена вся архитектура. Также в 2007 году здесь был построен памятник Михаилу Кругу. Сейчас любой человек, который просто побывает на одной из этих двух улиц, может на полном основании заверить, что Тверь – это один из самых красивейших городов России. Евгения Петрова, Дмитрий Рудя, Никита Попов. Специально для студенческого телевидения Тверского государственного технического университета.